Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. С вами Мирунова Виктория. И в этот раз я должна была просто сделать маникюр и перекрыть натуральные ногти гель-лаком. Но когда девочка уже пришла ко мне и я посмотрела на ее ногти, то поняла, что здесь просто покрытием мы, конечно, не обойдемся. Так как 6 ногтей было с трещинами, а 2 вообще отсутствовало. Поэтому смысла делать просто гель-лак нет. И поэтому в этот раз пришлось прийти за помощью к твердым материалам, а именно к гелю. Oh,
После того, как дизайн высох, получился вот такой результат. Пишите в комментариях, нравится ли вам вот такое перевоплощение и понравился ли вам вот такой нежный дизайн. Спасибо вам, что досмотрели мое видео до конца. С вами была я, Миронова Виктория.